строительная компания, свой дом в Дайверке. Сам коттеджный городок находится недалеко от метро и эпицентра Натаирова. Напротив Маршалл-Сити, это первый поворот направо. Проезжая Червоный хутор, вы увидите наш отдел продаж и, собственно говоря, сам коттеджный городок. Также у нас есть альтернативный въезд в поселок со стороны Ильичевской дороги. Итак, сам коттеджный поселок представляет из себя площадь из 150 гектаров земли. И вся эта площадь огражденная. То есть вы смело можете говорить клиентам о том, что наш поселок с огражденной и охраняемой территорией. Насчет охраняемой территории. Перед въездом в Дайверк находится пункт охраны. Соответственно, не все могут сюда попасть, а только по определенным пропускам. То же самое у нас и на втором въезде, который выходит на Ильичевскую трассу. Также здесь находятся пункты охраны. То есть поселок Дайберг охраняется 24/7, и каждый час патрульная служба курсирует по улицам поселка. А теперь расскажу о самом главном. Почему мы все-таки привлекательнее квартиры в новострое? Вот представьте, я за свою однокомнатную квартиру плачу около 350 гривен СДПТ, ну и плюс вода, свет, достаточно высокие цены за отопление и так далее. Покупая свой объект здесь, допустим, таунхаус, он стоит у нас 103 тысячи, имеет 125 квадратных метров, имеет 1,6 своей земли в собственности, в частной собственности, имеет свои два парка места. И теперь по коммуналке. СДПТ от такого за такой таунхаус будете оплачивать всего лишь 250 гривен в месяц. А теперь давайте попытаемся разобраться с одним из самых простых наших объектов, самый недорогой, с которого, в принципе, вы можете начинать работу по изучению наших объектов. Начнем с таунхауса. Мы его называем Townhouse S, 125 квадратных метров. Таунхаус, который мы будем рассматривать, находится в пятой очереди строительства. А именно вот здесь. Это улица, которая граничит между нашими таунхаусами. Обратите внимание на таунхаус 5-16-4. То есть вот эта вся линия, это и есть таунхаусы, часть из них проданы, а вот этот свободный, его мы и начнем рассматривать. Находится он на участке 1,6 земли. Выглядеть он будет так, как у вас представлено на картинке. То есть передняя часть, фасадная часть участка не будет закрыта никаким забором. От соседей с двух сторон будет красивый фигурный забор, который будет отделять от посторонних глаз. Таунхаус имеет два этажа. Площадь всего таунхауса 125 квадратных метров. То есть приблизительно первый этаж таунхауса будет иметь около 62 квадратных метров, точно так же и второй. За таунхаусом находится свой дворик, на котором, в принципе, наши клиенты уже такое сделали, могут спокойно поместить беседку, зону барбекю, место, где могут выпить чай, кофе по утрам. И задний двор будет полностью огражден забором, который выполняет наша строительная компания. Это будет каменный забор 2 метра с фасадной отделкой. На следующей картинке вы можете увидеть то, как выглядит это место сверху. То есть внутреннее помещение – это сам таунхаус, фасадный передний двор – место для двух машин и вот такой задний дворик. Следующая страница – это план первого этажа. Итак, вот вход в таунхаус. Здесь будут установлены металлические, входные металлические двери, и вся
площадь внутри будет свободной планировки. То есть она будет без перестенок. Но сами стены входят в стоимость, которую мы озвучивали, 103 тысячи. Мы специально делаем свободную планировку таким образом, чтобы каждый клиент нам высказал свои пожелания, и эти перегородки мы установим без дополнительной оплаты на первом и на втором этаже. Что еще вы увидите внутри таунхауса? Вот это место под лестницу. Для того, чтобы сэкономить бюджет клиента, мы уже устанавливаем лестницу, мы сами выливаем эту монолитную конструкцию. На первом этаже мы предлагаем свой вариант перегородок. Каждый клиент может это сделать под себя. Итак, мы заходим. Здесь планируется гостевой санузел, выход на лестницу на второй этаж. С правой стороны зона кухни, столовая, выход на внутренний дворик, а с левой стороны большая гостиная. Перейдем на второй этаж. Поднимаясь по лестнице, мы предполагаем, что на втором этаже в центральной части также будет санузел, но уже хозяйский. С правой стороны может размещаться хозяйская спальня с большой гардеробной. С левой стороны у нас есть место для двух спален, притом у каждой из них будет по два окошка. В доме мы устанавливаем окна фирмы «Паритет». Это пятикамерный профиль и двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Мы делаем надежные фундаменты дома, мы делаем хорошую гидроизоляцию. У нас хорошая крыша с гидроизоляцией, с паробарьером, она у нас утепляется. И самое главное, крыша – натуральная черепица. На нашем Google диске вы можете почерпнуть более полную информацию по дуплексам, по таунхаусам, которые имеют чуть большую площадь. Вот точно такие же листы с отдельным названием на каждый объект в отдельности. С ценами, здесь указана и площадь самого строения, и площадь земельного участка. Давайте вернемся к оформлению документов и вариантам расчета. Все сделки у нас нотариальные. Это может быть предварительный договор на рассрочку или же сразу же 100% оплата с оформлением земли в собственность и строения. Если речь идет о рассрочке на полгода, рассрочка у нас беспроцентная. То есть учитывая цены, которые вы увидите на Google диске. Если речь идет о рассрочке на год и более, есть небольшое удорожание, учитывая то, что все эти строения уже готовы. То есть вы не продаете воздух, вы не продаете то, что построится через год, два или три. Вы приводите клиента сюда и заходите в готовый дом, на который клиент может получить рассрочку до 2 лет. Учитывая все эти факторы, продавать наши объекты достаточно легко. Но самое главное, вы должны помнить, что клиента лучше сюда привести, потому что самую полную информацию и визуализацию получит клиент здесь. Здесь очень чистый воздух. Конечно, ощутить можно будет это только на месте. И самое главное, мы всячески помогаем вам в работе с клиентом. На нас вы можете полностью рассчитывать, и мы вас поддержим. Самое главное, что волнует риэлтора. Если вы расскажете про наши объекты у себя в офисе, вы смело можете отправлять нам контакты клиента, мы будем его ожидать. Конечно же, наилучшим образом, если вы приедете с клиентом самостоятельно вместе к нам. Сразу хочу предупредить, чем хорошо продавать наши объекты по сравнению с другими строительными компаниями. Мы фиксируем клиента на полгода, прекрасно понимая, что покупка дома, отдельно стоящего дуплекса или таунхауса, она занимает достаточно длительный процесс времени, поэтому насчет фиксации клиента вы можете быть уверены, после первого вашего же показа клиент будет зафиксирован за вами на полгода. Итак, если вы привезли клиента на первый показ,
а клиент возвращается к нам через 2 недели, через месяц, через 2 месяца, вы можете быть уверены в том, что вы получите свой гонорар.